Прогнозы синоптиков о резком похолодании в Алматы привели к ажиотажу в городских шиномонтажных мастерских. Между тем, эксперты по использованию автомобильных шин предупреждают водителей, что езда на летней резине в зимний период опасна для жизни. Покрышки могут попросту не выдержать даже плюсовых колебаний температур ниже 7 градусов. Почему некоторые водители решают экономить на собственной безопасности и не только на своей, выясняла Дина Жанабекова. С раннего утра в алматинских шиномонтажках буквально не протолкнуться. Новости о резком похолодании и проливной дождь напомнили городским автолюбителям о необходимости сезонной замены шин. В надежде успеть переобуть своего железного коня до первого снега, водители устроили ажиотаж в сервисах по обслуживанию автомобилей. Считаю, что очень опасно ездить в такую погоду на летней резине. Особенно не рекомендуется делать это во время дождя и при заездах на подъем. Планирую сегодня заехать в шиномонтаж. Я думаю, что к середине ноября стоит заменить шины, ведь скоро выпадет снег. А вот езда по гололеду на летней резине приводит к авариям. Тем временем эксперты рекомендуют не дожидаться минусовых температур и заменить шины на авто уже на этой неделе. В первую очередь зимние шины, они нужны для того, чтобы удерживать низкие температуры. И для зимних шин низкая температура – это уже плюс 7 градусов, ну, то есть это выше нуля. То есть как только мы видим, что днем плюс 14, а ночью уже 0, рекомендовано летние шины или всесезонные шины поменять на зимние шины на специализированном автосервисе. Кроме того, специалисты категорически не советуют пользоваться услугами придорожных шиномонтажек. Средняя цена на услугу по замене резины в официальном автосервисе, по их словам, составляет от 8 до 10 тысяч тенге. Экономить не стоит, и во время покупки самих зимних шин настаивают эксперты. Цена-качество в шинах – это более премиальное свойство. Это связано с тем, что в первую очередь премиальное качество – это шины, которые дольше ходят. Они более ударопрочные, они показывают более качественные характеристики на мокром асфальте, на скользком асфальте, на льду, на снегу. То есть в перспективе 5 лет использования эти шины будут в разы выгоднее. Одна из важнейших процедур во время шиномонтажа – это правильная балансировка колеса. Некачественно предоставленная услуга может впоследствии привести к изнашиванию ходовой части автомобиля, что впоследствии потребует его дорогостоящего ремонта. А вот в полиции напоминают об административной ответственности за игнорирование требований по сезонной эксплуатации авто. С июня по август исключительно запрещается передвигаться на шипованной резине. Зимнюю же пору, с декабря по февраль, машина обязательно должна быть укомплектована зимними резинами шин. В случае несоблюдения требований законодательства автолюбителей ждет штраф в размере 5 месячных расчетных показателей. Дина Жанабекова, Мезет Саматулла, телеканал «Алматы».